Вот такая у нас зима. Сегодня воскресенье. Какое? 27-е, да? Сейчас проверю. Да, 27 декабря. Вот. Привет, друзья. Доброго вам утра. Прекрасного дня. Ну и у нас день начинается. Позавтракали только что. Сережа вышел машину прогреть, чтобы она не застоялась. Ну и заодно решил, видимо, из-под сугроба машину выкопать. Ну вот видите, какой снег у нас. И я тут сижу, отвечаю на ваши комментарии. Смотрю видеоуроки по монтажу. И сегодня будет просто, наверное, влоговый домашний ролик. Так что добро пожаловать в наш новый день. Ну а здесь у нас с утра полная готовность к встрече Нового года. Ну и правда, он же не за горами. Уже на следующей неделе. Тут-то готово. Но остался у меня еще шкаф. Вернее, не целый шкаф, несколько полок посуды, где надо прибраться до наступления Нового года. Чем я сейчас и займусь. Раз в год здесь убираюсь. Целый год порядок разрушается. А раз в год, в конце года, обязательно прибираюсь и расставляю все, как должно быть. Бокалы, рюмочки, все, что возможно, я вот так вот опрокидываю, чтобы пыль не копилась. Ну, а когда гости приходят, чтоб раз взял, быстренько протер и на стол. Вот эти. Раз. Два. Надо помыть и почистить серебро. Ну вот, и мои посудные полки готовы к встрече Нового года и к новым гостям, лишь бы коронавирус побыстрее миновал. И даже место освободилось, кое-что выкинула. Кое-что на дачу отложила. Последний штрих. Вот такая красота. И главное, место освободилось. Здесь у нас посуда и повседневного пользования, и для нагрянувших гостей. Вернее, когда много народу приходит. Вот и все. Не, поросеночка забыла. Пока поставлю сюда, наверное. Пусть поставит. Ни к селу, ни к городу, но пусть пока здесь будет. Такие вот дела. Ну и
пойдем готовить обед теперь. Старую гирлянду Сережа решил реанимировать, вместо того, чтобы выкинуть. Ну, пригодится, куда-нибудь повесим. Так что у нас тут реанимируется старая гирлянда. Ну, а я тут варю, парю. Это вот картошечка у меня уже варится. Селедку купили, не удержались. По кусочечку поесть. Здесь я варю для салата морковку. А здесь индюшатина варится для салата и для супа тоже заодно. Сначала отварю, потом на бульоне суп сварю. Ты говори мне, кому? Показывает. Вдоль держи, вдоль. Вдоль? Да. Вот так? Да. Все? Давай еще. Все. Угу. Салатик сделаем. Давай, зажгись. Где кнопка? Может быть, на кнопки надо нажимать? Может быть. Отключена, наверное, кнопка. Да будет свет! Давай, зажигайся, а то выкинем. Ура, 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 ура. А какой-то цвет здесь не горит. Но это уже, наверное, он 100 лет. Вот этот, видишь? Вот. Не горит, очень горит. Я и говорю. Ура. Супер. Так. Молодец. Красота неописуемая. Под цвет новогодних огней, которые уже собралась было выкинуть, но Сережа сделал. Ну, а тут я селедку нарезаю. Все у нас тут на одном столе. И подсолнечное масло. И картошечка у меня уже варится. Уже сварилась. Нам аппетита. Вот такая новогодняя красота теперь у меня тоже тут будет. На моем рабочем месте. На моем фоне. Вернее, фон за мной. Вот такая красота. Ну вот, могли бы выкинуть. А получилась красота. Может, даже и не на один год. Посмотрим, как дальше дела пойдут. Ну вот, друзья, всего доброго, будьте здоровы и счастливы, до новых встреч на моем канале.